здесь очень молодой коллектив, и наши преподаватели действительно стараются объяснять детям свой предмет. И когда ты что-то не понимаешь, они будут до последнего с тобой сидеть, чтобы ты вот все понял. И чтобы ты потом вышел и смог работать, а не то, что ты эту тему где-то пропустил. У нас есть учебная практика и производственная. Соответственно, на учебной практике нас обучают на базе колледжа, а на производственной мы работаем уже в строительной компании. Ну, во-первых, профессия педагога, она актуальна всегда. То есть это цель учителя не просто передать знания, а передать ценности. Это, ну, можно сказать, и воспитание тоже ребенка, потому что вот подростковый возраст или когда вот самый маленький ребенок, потому что я учитель начальных классов будущий, они как бы равняются на учителя в большей части, потому что проводят очень много времени с ним. В нашем колледже работают высококвалифицированные специалисты, которые дают все необходимые знания и в случае возникновения проблем могут помочь советом. Если ты хочешь быть востребованным профессионалом, поступай в Московский педагогический государственный университет.